В связи с событиями на нефтебазе под Киевом правительство поручило провести порядка 6 тысяч проверок огнеопасных и стратегических объектов. Какова сейчас пожароопасная обстановка в стране, обсуждали на всеукраинском селекторном совещании. 30% внеплановых проверок уже провели. Правда, злосчастную базу под Киевом накануне тоже проверяли. Дали предписание, не помогло. В итоге 5 жертв и крайне негативное воздействие на экологию. Тушение этого пожара обошлось государству в 50 миллионов гривен. Теперь будут подавать в суд на собственников для возмещения ущерба. А всех остальных ждет ужесточение контроля. Если вы побачили про то, что объем не облаштованный, необхідними засобами пожежогасіння і технічними засобами ідентифікації пожежі і її попередження, такий об'єкт треба закривати. Обсуждали на совещании состояние лесного хозяйства. Как выяснилось, нужная техника в Гослесагентстве не обновлялась последние 30 лет. Премьер ставит задачу на всех объектах провести учения по пожаротушению, а обеспечение контроля за состоянием объектов возложить на субъектов хозяйствования.